Если вы смотрели игру, это очень хороший результат для обеих команд, потому что и у Кубани, и у Металлурга было очень много моментов. Я думаю, ничья – справедливый результат. Металлург Донецк – очень хорошая команда. Я играл здесь, потом я переехал в Россию, я очень многому тут научился. Металлург показывает, что они могут играть все лучше и лучше, и именно поэтому они находятся на хорошей позиции в украинском чемпионате. Я люблю бить издалека, сегодня я забил мяч в ворота, и, конечно, это был красивый гол.